саме час поговорити з нашим гостем. Вона психолог і сексолог Альона Шестопала. Вже знаходиться в нашій студії. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго. Дуже красива жінка. Я не обманула наших глядачів. Ну, почнемо зразу з нашої тематики ефіру, тому що питань у нас до вас багато. Угу. Глядачі зараз підійшли до телевізора ближче, тому що всім тема цікава. Через що у сучасних чоловіків і жінок виникає бажання вступати в стосунки без зобов'язань? Ну, у вашому вопросі є вже ответ. Из-за того, что люди боятся обязательств. Я буду по-русски разговаривать, потому что мне так проще формировать мысль. Люди незрелые внутренние, люди инфантильные по своей природе, и их пугает близкий контакт, их пугает ответственность, их пугает какая-то перспектива на будущее, что я останусь с одним партнером на всю жизнь, что у меня, например, там никогда больше не будет первого свидания, первого поцелуя. А им кажется, что быт, он просто разрушит их интимную сексуальную жизнь. Это все из-за страхов. Основная причина – страх. Тобто для психіки бажання вільних стосунків не є зовсім нормальним. С точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения эволюции, физиологии, мы очень многогранные существа, да? И если просто с биологической точки зрения, то, кстати, люди, которые придерживаются этой философии, это называются полиаморные отношения, поли от греческого «много», амор – это любовь, когда много любви, они говорят, что у нас очень много любви, и мы не хотим этой любовью ограничивать только одного человека, мы хотим дарить эту любовь всем. То они очень как бы давят на эволюционные исследования о том, что человек, он полигамен по своей природе, особенно мужчины, ищут разные доказательства с точки зрения, опять же, той же науки, очень красиво это все преподносят. И молодые люди, потому что, как правило, в такие отношения попадают незрелые личности, физически до 35, да, по возрасту. И они под эти факты, они очень легко попадают под влияние этих фактов, да, потому что они... А это зазвучат человеки? Ну, у мужчин чаще. Мужчины чаще склоняют женщин к таким отношениям. Я проводила, ну, не то чтобы исследования, я смотрела разные видео, читала разные статьи на эту тему, то, как правило, это один мужчина и 2-3 женщины. А как відчувають себе жінки в таких стосунках? Їм психологічно це комфортно? Я думаю, нет. Ну, от ви як жінка, як би ви себе відчували в таких отношеннях? Я думаю, що вони, ваш, мабуть, просто-напросто не знають про те, що її чоловік знаходиться в вільних стосунках. Чи є такі, що знають і погоджуються? Ну, смотрите, просто моногамные отношения, просто двойные стандарты, когда он живет с одной женщиной и скрывает отношения, которые у него есть на стороне, это одна история. Открытые отношения и полиаморные отношения, или полиаморные отношения, это они это позиционируют как философию. В том плане, что они открыто и очень откровенно и доверительно друг с другом общаются и рассказывают о своих отношениях. У них существуют даже договора, своего рода контракты, которые они подписывают между собой. Они обговаривают, на каких условиях будет строиться этот брак, как они его называют. Сколько партнеров, кого мы можем приводить в дом, кого мы не можем приводить. Это на одну ночь или это на постоянной основе. Это сексом или это просто на уровне флирта останется. А мы можем влюбляться или не можем влюбляться. Мы можем вести открытую половую жизнь или все-таки мы предохраняемся. Это все обговаривается. У них даже есть специальная терминология. У них это называется, если я вспомню сейчас слово, наверное, я не вспомню, процессинг. Процессинг у них это называется, когда они все вместе собираются и обсуждают все эти моменты, чтобы каждая сторона в этих отношениях была удовлетворена. Да? То у них даже есть шутка, что они по ночам занимаются не сексом, они по ночам занимаются процессингом, потому что они разговаривают, разговаривают и разговаривают. На эту тему даже есть анекдот. Встречаются 2 семейных терапевта, один у другого спрашивает, или есть у тебя контакты, где я могу арендовать большой актовый зал.
А тут у него спрашивает, ты тренингами занялся? Он говорит, нет, я жду семью полиаморную на консультацию. Ни в моем кабинете не поместится, мне нужен актовый зал. Там племя целое, ну, это что, родина. Ну, да, 5, 10 семей, 20 семей, по-разному. Это приобретает уже такие какие-то форматы больше, не хочу говорить слово секта, но... Такая... Ну, щось схоже на те, да. Все-таки. Такая, добре, от, да. Наприклад, якщо от люди вступають в такі вільні стосунки, бо вони бояться саме цих зобов'язань, саме того, що ось побут їх захлисне, всі їхні відносини. Але ж насправді іноді так і відбувається, вони ж не дарма цього бояться. То як ви думаєте, куди взагалі ось дівається ось цей ось жага до всього нового, пристрасть, до пристрасть стосунків. Саме під час того, коли люди починають вже займатися побутом і всім іншим? Почему, опять же, люди не хотят и боятся создавать отношения моногамные и длительные? Потому что это большой психологический труд. Это труд, в первую очередь, над самим собой, и это труд над, над парой, над твоими отношениями. И если партнеры не вкладываются, то тогда, конечно, это как огонь, он просто затухает, вот и все. И действительно... ежедневные бытовые какие-то заботы, они становятся больше, шире, чем просто вот желание побыть вдвоем наедине. Каким чином треба вкладатися? Що мається на увазі? Як ці дрова підкидати в полум'я? Ну, смотрите, если у вас есть ребенок, психологи советуют, что, во-первых, раз в году вы должны обязательно отдыхать вдвоем без детей. А во-вторых, хотя бы раз... Близько 300 дней на рік. Ну, один раз выехать без дитини, 300 днів відпочити і потім, щоб полум'я не загасло. Ну, то есть, да, у вас должен быть отпуск сімейний, у вас должен быть отпуск, который только для вас двоих направлен, да. Хотя бы раз в неделю, опять же, тоже это должна быть какая-то романтическая встреча вдвоем, там, при свечах, какой-то ужин для того, чтобы разговаривать не только о том, кто кого в садик отведет и что нужно купить и сколько заплатить за коммунальные услуги, но еще говорить о том, кто что чувствует друг другу, как у кого меняются отношения. Знаете, зазвичай, які ми спостерігаємо зустрічі романтичні, коли двоє людей сидять у закладах, у них типу романтика, все, і такі вони, кожен в своєму телефоні. Так. Вони просто вирішують питання там. Угу. Люди прячуться. Чому так відбувається? Страх контакту. А чому ми боїмося контакту? А тому що в цьому контакті дуже багато живих чувств, дуже багато таких чувств, с которыми человек, возможно, боится встретиться. Там может быть много боли, может много, много претензий, много обид друг другу, много всего того непроговоренного, которое накопилось и уже просто как снежный ком мешает дышать. А это нужно иметь большую смелость, сесть, посмотреть друг другу в глаза и своими словами открыто сказать, вот я чувствую то-то и то-то. Нас не учат разговаривать. Чем еще полиаморщики, они заманивают свои сети, так сказать, они все время говорят о том, что основа их отношений в том, чтобы разговаривать словами. Ни манипуляциями, ни какими-то там ходами через ревность и обидами или еще чем-то, а именно словами выражать свои чувства. Мне нравится это, мне не нравится это. Ты мне сделал больно здесь или здесь я готова уступить и пойти на какой-то компромисс. И для этого нужно иметь, опять, во-первых, контакт со своими чувствами. Треба бути зрілою людиною особисто. Понимать, что ты чувствуешь, да. Иметь способность высказать это своему партнеру. И партнер должен тебя услышать. А, как правило, ну, мы друг друга обесцениваем. Мы чуем так, как конечно. Через свою призму, зазвичай. Потому что люди не проработанные, у людей очень много своих личных травм. И мы всегда притягиваемся травма к травме. І потім починається от этот вот. От на фоні цих травм і часто і виникають ревнощі. Так як взагалі, якщо ось виникають ревнощі в парі, то як з ними боротися? Як зробити так, аби вони не переросли в якісь щось набагато більше, що може розрушити стосунки? І чи ревнує, значить, любить? Ні. Ні. Зараз я звертаюся до всіх наших глядачів. Ревнує не означає любить, тому що я знаю, що жінки, дівчата дуже часто на цей рахунок обманюються. І б'є також, значить, не любить. Ну, це вже тема іншої передачі, Жень. Да.
Ну, смотрите, само чувство ревности – это чувство разрушающее, а любовь – это чувство созидающее, да. Это чувство, которое создает что-то прекрасное, что-то большее, да. А когда мы друг друга ревнуем, мы хотим друг другом владеть. Мы хотим друг другу что-то доказать, донести, манипулировать, опять же, друг другу. Ну, то есть это, опять же, чувство очень незрелое, и за ним прячется что-то базовое, как правило, агрессия, злость, недолюбленность, непринятие, невера. То за ревнощами агрессия, так? Ну, как правило, если мужчина ревнивый, он и агрессивный в том числе. Вот. А як взагалі можна повернути довіру? От, наприклад, все, вже є ревнощі, все, як повернути от довіру в парі, якщо вже от хочеться бути разом, але от дійсно... Стільки образ, що вже, дійсно, що все... У вас такі питання цікаві, ви в цих питаннях вже самі відповідаєте. Для чого повертати довіру, якщо його вже немає? Ну, оно уже утрачено. Если оно утрачено, значит, что-то такое произошло, да, что чашка уже разбита. Чашку можно склеить. Можно, ну, как бы, да, эти швы зашлифовать, и они будут саднить, например, на погоду, да, там, когда дождь будет ныть. И это тоже часть вашей истории. И это можно над этим работать. Но это, опять же, большой психологический труд над собой и над парами. А если это доверие уже разрушено полностью на миллионы осколков, можно и не склеить. А якщо не на мільйони, а так тільки трошки тріснуло. Ну, до вас же ж приходять сімейні пари, так? Угу. І довіра може бути підірваною суто через свою власну призму. Там приводу і не було. Але через власну травму жінка чи чоловік чомусь не довіряє. Що робити в таких випадках? І якщо вже говорити про зради, то яка природа чоловічої і жіночої зради? Во-первых, повод є завжди. Не буває такого, що жінка або мужчина відчуває якесь неприємне чувство, там, недовір'я, або ревність, або бажання перевірити телефон. Тобто небо казалось російською, так? Да. Нам не здається, да. Все не дарма. Якщо щось внутрі неспокійно, якщо кошки скребуть на душі, значить повод є завжди. І цей повод не обов'язково, що він дійсно зміняє, або з ким-то там у нього є якісь відносини, віртуальні, реальні. Возможно, просто в этих отношениях нет живой энергии, да, что-то происходит как-то не так, перекосилось где-то, и вы не можете понять, что вы чувствуете где-то вот какой-то подвох, но опять же, вы не идете на открытый диалог, и вы не разговариваете, поэтому повод есть всегда. Он не всегда такой страшный, как прям уже измена, но повод для разговора есть. И... Что стосується зрад? Чому зраджують чоловіки, а чому жінки? Нельзя на этот вопрос посмотреть под одной плоскостью. Всегда, если мы что-то делаем, какой-то поступок, какое-то наше решение в жизни, это всегда, он состоит из многих граней, да, вот это решение. Это может быть детская травма, которую мы проигрываем. Это может быть желание сделать человеку больно, потому что он тебе делал в отношениях как-то больно, и ты по-другому не нашел способа до него донести. Помста. Да. Это может быть действительно поиск каких-то новых впечатлений и неспособность эти впечатления и эмоции прожить со своим постоянным партнером. Это может быть какое-то психологическое, психическое нарушение. Очень все многогранно. Нужно всегда индивидуально смотреть. То есть не можно сказать, что человеки шукают новизны, а жінки шукают эмоций? На самом деле женщины гораздо более полигамны, чем мужчины. Ой-ой-ой, да. Це можна вирізати, дорогі оператори, тому ні, що... Вже, тут вже є чоловіки, які вже, які точно, вже все почули. Цю інформацію донесуть і далі. И, кстати, есть даже статистика, я не приведу, конечно, цифры, но исследования были по этому поводу, что многие мужчины воспитывают не своих детей и даже об этом не догадываются. Потому что женщины предпочитают жить, есть такая классификация, как альфа-самцы и омега-самцы. Альфа-самцы – это семенители, это мужчины, у которых высокий тестостерон, которые
завоеватели, охотники, омега-самцы – это домашние, уютные ребята, с которыми хорошо воспитывать детей. И, к сожалению, по природе получается так, что нету в одном человеке и того, и другого качества достаточно ярко выраженного, да? У кого-то в одну сторону перекос, у кого-то в другую. И женщины предпочитают беременеть от альфа-самцов, а воспитывать детей с омега-самцами. Дорога пані Альона, розмова була такою. Дякую, так, у нас до вас ще багато ноті. Питань. Багато. Давайте ми закінчимо. Але мусимо завершувати. Маєте змогу звернутися до вінничан? Я хочу пожелати всім любові в першу чергу. Любви взаимной, любви осознанной, любви взрослой, способности к открытому диалогу, способности к распознаванию своих чувств, способности к уважению чувств своего партнера и феерических, классных, интимных вечеров со своим любимым человеком.